Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Как и обещала, сегодня я объявляю двух победителей, кому я отправлю подарки. Я выпускала видео не так давно, где показывала свои покупки на сайте. И тут из комментариев я выбрала двух человек, которым отправим мы то, что они выбрали. А выбрали они вот это постельное белье для маленького мальчика, я так понимаю, для сынишки. И вот такой джемпер на девочку, футер с начесом, с зайкой. Я прочитала эти комментарии под этим видео, поэтому всем я отвечу, естественно. Комментарии оставила Милки Кис. Так что, если смотришь это видео, радуйся, пляши, хлопай в ладоши, к тебе приедет твой подарок. Твоя задача со мной связаться. Я под твоим комментарием оставлю свои контактные данные. А второй подарок поедет на канал «Жизнь сельского священника. Дневник матушки». Матушка Юля, многодетная мама, и мы отправим ей подарок, ее сынишке, в виде вот этого постельного белья с такими красивыми мишками. Надеюсь, все довольны, надеюсь, что никто не обиделся, потому что это не последний приз и не последние даже призы. Обязательно в скором будущем мы будем с вами еще что-нибудь разыгрывать, в каких-нибудь конкурсах участвовать. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем все-таки к теме этого ролика, и я вам расскажу, что мы приготовили для нашей первоклашки. Так как в этом году у нас идет в школу, в первый класс, наша дочка Сашенька, мы ей приобрели вот такой ранец. Я подумала, что все-таки ранец с эргономичной такой спинкой, с такими вот вставочками, это будет самое лучшее решение для маленькой спинки неокрепшей, мягкие подкладочки. Ранец розовый, красивый, девчачий. Туда она будет складывать свои тетрадочки. Этот портфельчик, этот ранец имеет 3 отделения. Очень удобный, очень простой и при этом очень-очень легкий. Я помню свой ранец в детстве, который мне мама купила первый. Он был тоже очень красивый, но он был достаточно тяжелый. Сейчас научились все делать легко, просто. Вот. Что еще хотела вам показать из новинок, из обновок? Это такая парта. Маленькая, она сделана из металла. Она крепкая, достаточно устойчивая. И здесь очень много ярких картинок. Эта парта шла в комплекте с таким вот стульчиком. Стульчик специально тоже крепкий, устойчивый. Красивый, яркий. Здесь получается сразу же азбука, алфавит. По слогам можно немножко учиться, циферки можно учить. Можно разглядывать всяких зверушек. Ну и самое главное, его функция этой парты, конечно же, учить уроки. Здесь будут лежать все школьные принадлежности, ручки, кисточки, карандашики. Все это закрывается на защелку. В том числе нашей доченьке мы приобрели азбуку и букварь. У нас такой был, и он очень хороший. Просто он уже со временем истрепался, детишки его порвали. Вот, купили еще вот такие книжечки, брошюрочки очень интересные. И не только для Саши, но и для малышей 0+. Всяких раскрасок взяли. Это вы сами знаете кому, самому младшему. Точнее, не самому младшему, но младшему сыну, которому сейчас 5 лет. Вот такие раскраски для доченьки, которые 2 годика, они очень любят раскрашивать. Ну и прописи, обязательно прописи. Мы все время им покупаем, каждую, наверное, неделю заказываем. И все эти заказы мы делаем теперь в магазине TED-Decor. TED-Decor — это такой сайт, наверное, немножко напоминает AliExpress, потому что, чтобы что-то там найти, надо вбивать в поиск. Сам сайт очень большой, если искать по категориям, можно не найти то, чего хочется, а там очень огромный ассортимент. Сначала мы заказывали там одежду для мужа, если вы не смотрели этот ролик, зайдите в описание к этому видео, посмотрите этот ролик, как мы нашего папу одевали. Вот, очень забавно получилось. Моя первоклашка, будущая первоклашка, очень довольна этим столиком, очень довольна своим новым портфельчиком, гордится теперь, хвастается. Тут даже стразы есть, но как же девочкам без страз? В общем, я очень рекомендую вам зайти на этот сайт. Он достаточно объемный, там есть и эконом-класс, и премиум-класс, то есть, ну, товар весь очень разный. Мы, конечно, не огородники и не садоводы, но своим детишкам решили все-таки заказать вот такой горшок, называется «Юный агроном». Укроп и подсолнух. Это, в общем, такая штучка интересная. Даже подходит для самых маленьких детей.
горшочек, земля, грунт. Вот здесь инструкция, что делать. Это, наверное, чтобы водичка не утекала. В общем, ставим, поливаем. Написано по инструкции, что надо накрыть тряпочкой, подождать некоторое время, всходов подождать. И потом после этих всходов ждать урожая. Поэтому скоро наши детишки будут выращивать на подоконнике укроп и подсолнух. Но почему нет? Интересно. Это же всегда интересно. Можно, конечно, и на огороде выращивать, но на своем окошке, в своей комнатке это гораздо интереснее смотрится. А теперь, как и обещала, показываю сам сайт и как работать с ним. Почему я сравнила T-Decor с Алиэкспрессом? Потому что здесь очень удобно искать в поисковике. Так же, как и на Алиэкспрессе, надо вбивать, если хочешь что-то найти. Ну, а если есть время посидеть, полистать, то можно, конечно, и воспользоваться вот этими яркими вкладками, потому что здесь есть тематические вкладки. Например, как сейчас я использовала вкладку «Собираемся в школу» и там просматривала весь товар. Но если я хочу быстро что-то найти, соответственно, я вбиваю вот в это окошко то, что мне нужно, и нахожу. Все для школы. Я вбивала все, что для школы, и у меня открывается вот такой раздел, где есть и тетрадки, и ручки, и ластики, и калькуляторы. Есть также обложки для дневников, есть сами дневники и много-много всякой канцелярии. Если просто для школьников вводить так и написать «для школьников», то появится даже джемпер. То есть появятся дневники и, опять же, много всякой всячины, которая может пригодиться школьнику. Я своим детям люблю покупать прописи, разукрашки и всякие штучки, всякие такие книжечки яркие со всякими героями, мультяшными, ну или просто животными. В обычном магните, в семейном магните или в Ашане это все дорого очень стоит. Здесь это все стоит, ну, я считаю, копейки. Что в наше время 8-10 рублей? Это копейки. Хорошего качества прописи, мне очень нравится, берем его очень часто. Вот. И точно так же я вбила просто здесь в поисковике T-Decor'а пропись, и мне много-много-много предлагается что-то на выбор. Конечно, можно пользоваться и вот этими верхними вкладками, здесь тоже очень много всего, но, опять же, сайт еще, я так понимаю, дорабатывается, потому что я во вкладках иногда не могла найти то, что я находила именно по поисковику. И мой муж, например, заказывал, если вы помните, здесь спецобувь, то есть это были берцы. Если вы еще не видели этот ролик, как мы одевали моего мужа, то обязательно его посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Он заказал не тот размер, он ошибся с размером берц, мы связались с T-Decor'ом, они нас успокоили, сказали, что они оплатят все, и доставку, и обмен, все будет произведено за их счет. Поэтому не бойтесь, если вы что-то неправильно заказали, то на этом сайте все честно, все открыто. Мы уже вот заказываем не первый раз, поэтому могу рекомендовать спокойно. Очень много товара. Это и картины, и электроника, и разное полезное. Даже иконы продает T-Decor. В общем, заходите на этот сайт, рассматривайте, разглядывайте. Как вы знаете, самому маленькому малышу нашему сейчас 2 месяца. И мы задумались о покупке еще одного автомобильного детского кресла. В детском мире у нас в Мичуринске такое кресло стоит больше 3500. Здесь это стоит гораздо дешевле и более приемлемая цена. И если заказывать все разом, то получается очень даже неплохо. T-Decor — это такой сайт, такой русский AliExpress, где очень-очень много товара. Поэтому никогда не торопитесь уходить с этого сайта. Посмотрите внимательно вкладки, а если что-то ищете конкретное, то пишите сюда и обязательно найдете.